Всем привет, друзья! С вами снова Андрей, Дракон Серебряной Луны. Андрей, поприветствуй всех. Всем привет. Диана. Да, всем привет. Ну и добрый Макс, всем привет. В общем-то, мы продолжаем утонченную форму прохождения первого, раннего, точнее, обзора, ранней версии Trine 3. И, в общем-то, теперь, в прошлой серии, если кто не видел, мы, в общем-то, сначала бегали сначала тремя Понтиями, тремя Зоями, тремя Амадеями. Выяснили, что, в общем-то, это такое, как русская матрешка. То есть внутри Понтия прячется сначала Зоя, потом непонятно каким образом внутри Зои прячется старикашка Амадей. Ну, тут, пожалуй, мы опустим немножко объяснение этого факта. Предлагаю нашим зрителям какие-то комментарии оставить на эту тему. Вот, и, в общем-то... Положить гипотезы. Да-да-да, может, как вот какие-то есть версии. Вот, и, пожалуй, начнем. Мы тут между сериями пытались покормить белку, у нас это не получилось. Да. Также мы пытались срубить подсолнухи, у нас это не получилось. И, в общем-то, понятно, что подобные вещи появятся, видимо, в полной версии игры. Да. Я бы вообще срубил, как настоящий, как воин, срубил бы подсолнух и подарил бы его Зое. За что она меня бы возненавидела. Вот я предлагаю сейчас зрителям продемонстрировать разные анимации у ворот. Вот сейчас вы двигаетесь в какую-нибудь одну сторону и сожмите Ctrl. Вот, как бы Зоя у нас кувыркается. Понти у нас уворачивается. А вот Ctrl. Ну, я почему-то вот нажимаю Ctrl, Ctrl, но у меня... Ну, по всей видимости, Понти не может увернуться. Ну да. Мне нравится анимация Маде. А, за голову такой. Правильно, главное голову беречь, самое слабое вообще, место. Вообще Понтий немножко проголодался, и вот он очень хотел бы к мельницам туда попасть, но, друзья, как вы понимаете, это не совсем реально. Ну, мы, думаю, доберемся до туда. Объяснение, как меняться персонажами. Так. Замечательно, 1, 2, 3. Да, а вот и, в общем-то, массажная комната. Для йога. Да. Это... Ау! Я попробовал на себе эту массажную комнату. Как вы понимаете, это было в результате... Я тоже. ...потрясающего прыжка. Бесплатные процедуры. Да, совершенно верно. Меня не расслабили целиком и полностью. Ну и не только тебя. И меня тоже. За столько великий могучий Понтий. Да. Ломай ящички вот эти вот. Так, ну я, разумеется, соберу все плюшки. А вот здесь можно что-то еще сломать? Там за этим кубиком есть. Да. Вообще, кстати говоря, Понтий, конечно, немножко обижается на своих друзей, потому что они его бросили в самый неприглядный момент. Охоты самый за... Крутый. Да, охоты за плюшками. И здесь без Зои никак, кстати говоря. Не, ну ты можешь включить Бэтмена и на щите пролететь, как орел. Ой, что это? Вы видите, что это? Магический. А, вот мы и появились. Так, Зоя. Это как такой телепорт. Круто. Мне эта игра нравится все больше и больше, друзья. Так, я лучше не буду стоять на пути Зоиных, значит, кубиков, которые она... У нее обалденная просто анимация, как она тянет этот кубик. При том, что Понтий стоит так, наблюдает. Ну-ну, ну-ну. Давай-давай, дай. Дерзай. Так. Так, Диан, может быть, ты внизу сначала соберешь, или ты внизу уже собрала? Нет, я еще там не бывала. Ну, они почему-то все гениальные просто сохранения. Кто, да. Как сюда кто попал? Я. Видишь, он раскаивается. Да, совершенно верно. Это было такое... Подойдите к шарику. И там какой-то, смотрите, там какая-то статуя потрясающая стоит. Да, вот я, вот у меня появился. Я просто хотел бы добыть побольше... Нет, а попал я сюда очень просто. Я шарики, это, спустился. Я так понимаю, это местные чекпоинты. Ага, отлично. А лечиться здесь мы никак не можем, да? Да. Но это, скорее всего, добавят уже потом, по всей видимости. Так, кто-нибудь здесь... хочет рискнуть и прыгнуть? Назад. Куда? Назад? Потому что нужно собрать те треугольнички. Без проблем.
Нет, ну лучше пусть это Зоя сделает, потому что я когда прыгну на, соответственно, на кубик, то Амадей об этом сильно пожалеет. Нет. Все норма. 3D просто прекрасно. Так, ну давай я попробую тогда, что ли. Нет, давай. Чуть-чуть правее еще. Точнее, давай правее. Упору так подставлю. Нет, а я не допрыгну до него, так, то что? Так вот, так вот. Нет, чуть-чуть глубже. О, подожди. Подожди. Нам не нужно туда прыгать. Диан, перелезай, вон я тебе кубик подставил. Вот туда наверх. Или вниз хочешь сначала. Вот зачем ты поднялся? Нет, телепортирует. Мне интересно, может быть, как-то здесь можно подкрутить вот эту вот замечательную штуку, чтобы она опустилась. Мост. Мост же должен как-то опускаться. О! 5 баллов. Я тут пытаюсь там наверх статую разбить. Мне нужно дальше, вглубь, там еще есть один, одна плюшка. Я пока пообщаюсь с Белкой, она, ты, в принципе... Ты далеко только спать. Вот ты далеко, Макс, уходишь, и Диана телепортируется. Ой, сори. Надо стоять тут внизу, тогда у Дианы есть шанс. Я просто там с Белкой общался. Обсуждали последние новости. Нет шансов. Чтобы такое повторить еще раз, это... Так, у меня, значит, Андрей пропал куда-то. Я прыгнул вниз. Понятно. Ты пока стой там, Макс. Нет. Хорошо. Не хочет этого. Так, понятно, на время. Пришла Зоя с хвостиком. Угу. Она на самом деле мышка. Маленькая такая. Угу, дорожка. Да. А теперь мне этот хвостик мешает подниматься по мостику. Я вижу. На самом деле просто Понтий на него наступил. Да. Как теперь попасть обратно? Думает Зоя. Нет, не обратно. Вот так. Ты не против, Диана, если мы с тобой сейчас поменяемся персонажами? А, ну давай, если хочешь. Так, жми. Я по-прежнему стою, общаюсь с Белкой. А нам там делать больше нечего, там же... Нет, там есть. Есть, есть. Да, еще есть. А, вон, да, я вижу. Угу. Не, ну все-таки как-то можно так, этот мост пока опустить. Пока стойте там внизу. Угу. Как можно опустить этот мост? Понятно. Вот. Вот как можно опустить да. На самом деле все было просто, да, нужно было его сломать. Ларчик просто открывался. Да. Ну что, там где-то в глубине у нас прячется новый плюшечка. Давайте все назад. Все назад. Не вопрос. Ну что? Может как-то обойти здесь нужно, с обратной стороны, вот здесь, допустим. Нет. Можно, можно. Пойдемте ко мне, друзья. Сейчас я собрал все плюшки, поэтому я иду к вам. Здесь у меня круто наверху. Камера разворачивается просто магически. Но здесь без Зои не обойтись, там наверху колечко. Ну вот она, Зоя. И куда дальше? Ну, видимо, просто возвращаемся обратно. Там же есть спуск вниз. Статуя такая божественная. Ладно, я пока за Зою побегаю, с позволения Дианы. Так. Там внизу есть какой-то нажимной механизм, который, видимо, должен Понтий, как самый настоящий мужчина, пододвинуть. И как у самого настоящего мужчины у него не получается. А, потому что здесь Зоя должна с обратной стороны за колечко зацепиться, Андрей. Вот ближе, нет. Другой. Подожди. Нет. Беги вот прямо к экрану, и вот еще один. Да, совершенно верно. Их нужно тянуть. Не толкать, тянуть. Тянуть? Так, а как мне это сделать? Тебе видно никак. Нет, ну я же должен как-то зацепиться, нет? Нет. Может, с обратной стороны сбежать? Вот с этой стороны. Подождите, наверху нужно достать сначала плюшки. Да, совершенно верно. Там какие-то древние тексты, в которых только Амадей разбирается. Так что Амадей? Нет, это не сработает. Давайте, кто там хочет прыгнуть? Ну? Мне кажется, Амадей пусть прыгает. Нет? Все, попробуй.
Потом 3D. О, тут можно висеть на кубике. Кубик, значит, не спадает теперь. Круто. Вот еще одна фишка. Сложность в том, что нужно запрыгнуть на этот кубик теперь в 3D. Андрей, все. перепиши там, что с фоткой, что там на плите. Потом Амадею отдашь, мы прочитаем. Хорошо, здесь. я уже. О! Там еще одна дверь. Так, кто-то третий должен прибежать. Кубик отодвиньте, вот этот вот деревянный. Деревянный кубик отодвиньте. Сейчас. А-а-а! Потрясающе. Так. Я бегу тогда, двигаю. Так. Все? Все. Бежим? Нет. Нет, не бежим. Так, еще раз, еще раз. А можно? А, можно. Так, сейчас все сделаем. Подставляем кубик. Так, Диан, подставить вы хотите? Ну да, а что? Не, просто проще было бы, если бы Диана сейчас пододвинула вот свой кубик вот сюда. Да нет, ну я уже пробежал. Я уже пробежал. Вы же пробежали? Нет, я только побежал. Сбоку от кубика. А, вот с другой стороны идем. Да, да, да. Перехитрили мы игру, в общем. Совершенно верно. Сломали. Разработчики такие. Ну да. Перехитрили. Уверена, они учли этот вариант. Диан, ломай. А, подождите. Тут вода. Тут нельзя занырнуть, как в предыдущих частях. О, контролом, контролом. У меня не получается разрушить здесь ничего. Так, контролом мы ныряем, да? Очень красиво. Очень красиво, согласен. Только как пробелом всплыть, все нормально. Всплыть, я думаю, очень просто. Если долго под водой находиться, всплывешь автоматически. Так, а как подняться наверх теперь? А, вот. А, пробел. Кто-то переплыл. Я переплыл. Зачем? Там была плюшка. Мы можем вернуться обратно, насколько я понимаю. Ну, поплыли. Нет? Поплыли. А где Диана сейчас находится? Я далеко. Диана, назад. Назад, Диана. Ну вот вы меня телепортировали. И еще назад плывем. Плывем назад. Так, я плыву вообще в глубину. У меня тут Зоя плывет прямо возле точки респауна. Макс. Что случилось? Ну ты куда-то поплыл вперед, а нет, там нет, плюшки остались. Нет, не вперед. Здесь еще какая-то есть местность. Это не вперед, мне кажется. Вперед? А, ну, в принципе. Какой-то. Грот небольшой. Грот, ну все, мы побывали в этом гроте. Считай. А там внутрь никак больше не пробежать, нет. Например, налево. Нет. Сломать вроде что-нибудь. Нет. Так, я предлагаю все-таки это. Вернуться. Да, давай, возвращаемся, давай. Диан, ты тоже назад, а то он сейчас нас будет телепортировать. Давайте все вместе, на счет 3. Ныряем. Так, ныряем. И плывем. Куда? Вот сюда, вот где я плаваю, где Зоя. Так, ну. Ты просто всплыл опять наверх, нет? Нет. За камни назад, где мы в самом начале нырнули. А, туда, далеко, да? Да, далеко. Все. Нет, не вперед! Не в эту сторону. Налево. Сейчас Диана от Амадей задохнется. Да, увы. Так, вот куда, да? Вот, угу. Да. Да что ж такое? Нам, конечно, здесь. Да ладно, серьезно? Вот по этой штуке можно лазить? Прикольно. Тут, кстати, еще один текст. Мы как-то забыли его прочитать. Угу. Так, ну вот я здесь. Вот ты здесь, иди сюда, всплывай. Так, угу. Нужно, чтобы ты сейчас взял, встал вот с этой стороны. Да что ж такое-то, подожди секунду. Я просто в доспехах, мне тяжело. Понимаю. Попробуй вот подойти вот к этому шарику. Ну. И ударить его. Вот шарик у меня в руках, вот он на земле. Или у тебя он там в руках? Он у меня наверху был. Да. Так, что с ним делать? Вот сейчас он снова наверху. Левую и правую кнопку мыши одновременно. Угу. Подойди к шарику. У меня уже три шарика. У меня тоже три.
4 даже скоро будет, наверное. Ну вот я стою, вот встань в меня, в Зою, развернись в сторону стены, там где... И два раза мышкой. Обеими кнопками. Беги в ту сторону и жми обеими кнопками. Вот, все, отлично. У меня ничего на самом деле не произошло, у меня просто разломалась стена и все. Ну да. Но камень должен был долететь. Ну, у меня он долетел. Должна была сломаться стена. Если кому-то нужна правильная анимация, то бегом ко мне. У меня камень долетел, он все сломал. Вот что значит хозяин сессии, да, Диан? Да. Хост. Да. Одним словом. Мне кажется, Андрей это специально делает, чтобы себе побольше подписчиков на канал заманить. Да, да, да. Совершенно очевидно. Вот такой вот он продуманный. Да, да, да. Мне кажется, здесь нужно сильно прыгнуть, нет? Я плот уже вышел. Сильно прыгнуть. Точнее, сильно приземлиться, получается так. Нет? Как это сделать, не помните? То есть я подпрыгиваю и Ctrl, наверное. Вот, видите, я же говорю. Теперь можно в тот грот, в который ты очень сильно хотел, Макс, еще раз сплавать, чтобы убедиться, что там ничего нет. Давай. Нет, ну мы же должны наверх как-то забраться. Мы соберемся. А, это то есть это продолжение игры, понятно. Вот. Так, ну давай, ныряем, ныряем. Вот. Всегда любила в этой игре плавать. Ну, особенно в 3D это вообще шикарно смотрится. Просто шикарно, согласен, на все 100%. Меня к вам отбросило назад. Нет, ты у меня все еще плывешь. А, ну, замечательная синхронизация. Так, меня, теперь меня отбросило назад. Ну ладно, там вроде ничего нету. Ну да, ничего такого. Просто красивый участок, который можно смотреть, скорее всего. Я так думаю, что в полной версии там появится какая-нибудь плюшка. Наверняка. Просто нужно, чтобы Макс кинул на вот ту плиту кубик. А мы должны стоять. А который кубик, где я его возьму? А, нет. Я погружаюсь. Ну вот и все, прошли. Я хочу туда наверх. А что там? Там плюшки. Что это? Андрей просто не позавтракал сегодня с утра. Я делаю такой вывод, друзья, потому что, в общем-то, только о плюшках я от него и слышу. Но это же просто нереально. Мы тут вообще-то мир спасаем, Андрей. Так. Зоя за богатство. Так что кубик кто-нибудь может скинуть на вот эту верхнюю? Вот туда поставить. Наверх? А как это сделать? Ну вот. И поднимать, поднимать и опускать. Все спасают так, мир. Так, я понял. Так, подними тогда кубик просто наверх. И только Понти спасает овцу. Поднимай, 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 поднимайте, поднимайте кубик. Мне не дает больше. Ага, я понял, потому что я схватился. А что нам это дает? Так, тогда переложи кубик, подойди поближе. И переложи кубик вот на ту. А, вон где плюшки. Понятно. Мне кажется, я должен тоже спуститься туда и подпрыгнуть хорошо. Ну, в смысле, главное, чтобы не все здесь стояли. Так. Получается, нет? Так, нет, еще раз. Нет, я сейчас в самой нижней точке. Самый нижний? Да. Снизу уже быть не может. Все, получилось. Понтий опустился. Все, можешь возвращаться. Окей. Понизу можно пролезть. Ну, для этого нужно сделать всего лишь пару прыжков, вы же понимаете. Ой. Массажный кубик. Супер. Хорошо, тут точка респауна. О! Так, секундочку. Так, мы за рога дергаем, да? Да. То есть может ящик на соседний рог положить? Я могу сделать вот так. Ну давай. Так, и он... У него загорелись глаза, но что нам это дало? Ну, я открылся, здесь проход. А, ну я только сейчас это увидел. Не запру я тебя? Не, нормально, все, проходи. Ладно. А зачем нам нужен был этот проход? Там плюшка была? Да, там три плюшечки было. Так, и вот мельница, которую я хотел посетить. Опять у меня магическая. Ну, вы видите шикарную оптимизацию.
синхронизацию тоже сетевого кода. Все так, норм. Я прыгнул. Понти, можешь сломать вот эти два ящичка? Сломать? Без проблем. О, я залез в какое-то место тайное. И наслаждаюсь видом. О, да. Главное не разбиться. Да. А посмотрите, кто там на заднем плане за мельницей. О, это как раз тот самый дружище, который атакует... Который просит, чтобы его другой, но... Нет-нет-нет, он, по-моему, тот же, нет? У него он просто голову опустил вниз. Так, мы тут точно все собрали? Нет, тут. А где наша модель? Я где-то там под ящиком. Замечательно. Осталось только Зоя. Да. Так, может быть, в точке респауна, потому что... Зоя, не рискуй. Так, кто-нибудь может ящик вон на те верхние шипы приклеить? Кто-нибудь может? Это только Амаде, я так думаю, может. Так. Понти, в принципе... А ты двигайся вперед. Не можешь? Не может. Не поверишь. Значит, не этот, Диан, смотри, вот ящик, который я уронил в... Другой. Да, вот его можно надеть. Вот. Супер. Да, сейчас. Только не совсем туда, да. Сейчас. Слушайте. Фуе. Он прилип к стене. Так, кто-то может на точку возрождения опять сходить? Пожалуйста. Спасибо. Я... Не знаю, это... А, допрыгнул. Дело в том, что у меня все это происходит в качестве, в таком, точнее, виде слайд-шоу. То есть я вижу, что Зоя сначала находилась в одном месте, потом она... Я уже на башне. Так, если... Так, все, это точно не Assassin's Creed, потому что тут не надо залезать на башню и делать синхронизацию. Mm. В смысле, прыгать сток сена? Да. Макс, не рискуй. Нет, первый раз у меня получилось, что самое интересное. А, я с ящика прыгал. Ну что, проходите дальше. Я там где-то появлюсь около вот очередного. Вон там точка респауна. Ну как до тут добраться? Надо что-то с мельницей сделать или что? Я вот не совсем. Надо забраться, наверное, на мельницу. А вот соседняя решетка, там никуда не попадешь, да? Угу. Ну вот я вижу, там плюшки какие-то, но как до них добраться? Через став, Диан, ничего нельзя сделать с мельницей? Нет, ничего. Ну и судя по тому, что вверху в воздухе висят плюшки, то, соответственно, в полете это нужно сделать. Это не зацепить. А там вниз... Я могу ее как бы вертеть, что ли? Не, не могу вообще ничего. Она сама вертится. Первая загвоздка. Да. Ну, видимо, да. Понятно. Отлично. Ну, камера просто великолепно поменялась. Маловато. А я как раз и говорю, что камера здесь волшебная. Не, может, конечно, с той башни? Ух ты! Вот так вот. Красавец, если вы понимаете меня. Так, может, все-таки тогда... Направо нужно бежать, да, ты хочешь сказать? Если так ничего с мельницей нельзя сделать отсюда там. Может быть, в нее нужно в середину выстрелить? Я уже пытался. Да? Не попал. Вот, стрела прям там. Может, ящик подложить по этой лезть? Как вариант. Ну, как вариант. А мы направо никак пройти не можем, да? Там я, вроде я... направо что-то есть, нет? Ну, там я залез, плюшки собрал, там вроде просто плюшки. Нет, именно на... не наверх, а направо. Вот дальше, нет? Что такое? Ты, я ты не упал? Знаю, там дается хвататься за обрывы, в принципе. Может быть, там действительно где-то какой-то путь есть. Я просто не видел отсюда. А еще скажу, тут пройдусь. Вот видите, здесь ничего нету, с этой стороны. Я что-то сломал. Ну пойди! Очень сложно было, очень сложно, друзья.
Хоть у меня на воздухе так, я упал. Стоял. Я тоже. Сам у себя стоял на воздухе. Опять этот красавец. Он прекрасен. Да. Ну, во всяком случае, его мама так считает. Почему я не могу вернуться? А, вот все. Спасибо. Плюшка! То есть я пожертвовал собой ради плюшки. Я стал напоминать себе Андрея. Все, 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 все здесь. Товарищ с бревном, несите его чуть-чуть похорее. Добрый господин. У нас тут есть пару вопросов к вам. Сейчас Понти его постучит по плечу. Коллега? Коллега? Мне кажется, он слегка не трезв. Возвращение блудного пьяницы. Да, совершенно верно. Я ему ногу сломал. Ну, зачем? Так жестоко, нетолерантно. Надо еще вторую ногу сломать, по всей видимости, да? Он не живой, он механический, что ли? Ну, что-то старший брат Терминатора? Младший брат Терминатора. Диан, этот вопрос меня волнует меньше всего. То есть, неважно, какой он. В смысле, внутри. Главное, какой он снаружи, по-моему. Добряк такой. Большой и добрый силач, да? Ну, который слегка перебрал сегодня за... А, кстати, он очень на Понтия похож. Щита не хватает. Я открою вам тайну, друзья. Это мой папа. Отец, что ты делаешь, отец? Строю дом. По-моему, наоборот, строит. Ломает. Так, ну что, все готовы? Сейчас я ногу сломаю, мы запрыгиваем на бревно. Запрыгиваем. Да я тут решил. Я тут решил сарайку подправить сюда. Кто-то упал, ты тоже упал. Я погиб. Ай! Чуть меня бревно не стянуло. Причем бревно бы это не заметил. Да. Еще это 3D, по этой 3D модельке его бегать. Да, можно по нему бегать. По-моему, Понти должен ударить его по руке, вот красненьким, да, светится. Понти, тебе придется жестоко поступить с этим человеком. Ну, не человеком. Он нас заметил. Да. Надо же. Это было эпично. На. Так, а мы должны его еще как-то... А, все, он без шлема остался. Я чувствую себя просто... У меня он без головы остался. Потому что в бою я бесполезна. Что там... стоит подпрыгивать? Что там Dark Souls, друзья? Вот какого монстра победить. Вот это да. Понти не хочет ударить по животу вот этого товарища? Понти только что восстановился. Давай. Нужно запрыгнуть на его. Да, тут, я понял, но я почему-то пролетел сквозь него. У Понти есть супер умение летать сквозь врагов. Так, он снова машет. Иди сюда. Не таких ломали. Крутяк. Странное облако вылетело из побежденного монстра и... в результате скрылась в тумане. Значит, какие-то дымы, не знаю. Посмотри, этот город, он что-то там сделан. А, нет, этот поселенец. Не знаю, в общем, друзья, прошу прощения. Как вам такая идея? Если мы отдадим Троице обратно ее силу, мы можем вернуться к обычной жизни. Свобода. Это звучит соблазнительно. И герои отдали их странную силу на первоначальное место, дотронувшись до артефакта. Я думаю, что это так не работает. А представьте, как будто вы отдаете всю вашу силу. Как насчет того, что я представлю, что я вонзаю стрелу в это странное... Ага, во всем зле все равно виновата женщина. Да-да-да, совершенно верно. Мы открыли странную тайну.
This turned out worse than I could have imagined. Произошло чуть-чуть хуже, чем я представляла. Оно направляется к академии. Хорошо. Ну, чуть-чуть хуже получилось. Вот типичный ответ. Я не представляла, что такое вообще может произойти. Да-да-да, совершенно верно. Я не могу нести ответственность за свои поступки. Диана, ты в английском хорошо? Я могу, как бы, чтобы ты читала? Не, я не буду. Я импровизирую плохо. Так что не надо. Амадей, здесь был мост. Смотрите, какая классная фигура. Во! Вместо арбуза я могу катать вот этот. Вот не поверите, вот у меня не прогрузилась локация, и было тут черным-черно, так что не надо. Вау! Так, здесь у нас враги. Да, НТ. Пойду-ка я отсюда. Кстати, а знаешь, Диан, почему Амадей не мог справиться с тем врагом большим? Почему он был бесполезен в том бою? Ну, магия не... Да. Все норм. Это я и сказал, чувствую себя кубом. Я ассасина включаю. Включай. У тебя опыта много? По сравнению со мной уж точно. А подними, пожалуйста, этот большой шарик. Я запрыгну туда наверх в точку сохранения. Где поднять? Это вы там? У вас там есть еще какие-нибудь плюшки? Посмотрите, пособирайте. Так вот тебе как-нибудь. Нет, у меня здесь вроде я ничего такого не вижу. Что там у вас не получается? А камушек? Иди вот сюда, вот тут вроде должен цепляться. Так вы, по-моему, тоже можете лазить по стенам, нет? Да? Давай попробуем. Вот, вон там, вон там, вон там, вон стрелы пускаю. Угу. По-моему, хорошо. Вот это дерево ты можешь сломать серенькое. Да? Давай попробуем. И с кем проверим. А, у Понтия есть старая добрая поговорка. Если что-то можно сломать, это нужно сломать. Попробуйте по этой штуке лазить. Вот, вот, вот. Должны, по сути. Да? Ну вот и все, и в ту сторону. Там по стене, там долгий путь. А, вот понятно. Слева. Наш гид с нами. Слушайте, ну, воровка, я... замок. Я ничего не вижу, кстати. Диан там улетела вниз. У меня упоротая камера, мне показывает предыдущую точку респауна. Совершенно верно, у меня абсолютно такая же ситуация. Я понял. Вперед. Фу, телепортируй так. Нас, пожалуйста. Сейчас я только бочки сломаю все. Так, меняться я не собираюсь, не надо. Все. Все круто. Сломайте кто-нибудь эту бочку. Пожалуйста. Мне нравится, как Понти теперь щитом бьет. Финальное у него добивание — это удар щитом. Фаталити. Так. Не двигай, ящик. Так, здесь все. Шесть. Понтий перевешивает абсолютно все. Но Понтию теперь легко, он может летать. Да, это классное дополнение, потому что ему не приходится прыгать. Сломаем забор. К черту забор. Я вам, кстати говоря, открою тайну небольшую, друзья. В общем-то, про детство Понтия. Когда он был совсем-совсем маленьким, значит, первый раз, когда на него надели доспехи его родители, он решил перелезть через забор. В общем-то, он упал в крапиву, вот, значит, и, соответственно, с тех пор он ненавидит забор. Каждый раз, когда он... Дело не в этом, когда он пытался через него перелезть, он через него свешивался, но доспехи были настолько тяжелыми, что забор не выдержал. Или нет, он просто повис на заборе и долго звал кого-нибудь, чтобы его вызвали с него. То есть он зацепился реально доспехами, я согласен с Дианой. Да, доспехами. В общем, как-то так. Немножко истории о Трайне, друзья. Правдивая история. Наше предположение. Ну как это предположение? Это полнейшая правда, частичная. True story. Это то, что было за кадром. Бит. Подожди, а что у нас здесь? Так, я выбегу на балкон, друзья. Там есть дорога дальше на балконе? Нет, на балконе просто балкон. Все. Просто прекрасный вид. Ребята, давайте скриньте на рабочий стол.
Так, Понти тут немножко развлекается, если вы не против. Я как попасть? Он пытается сломать металлический забор, по понятным причинам у него это не получается. Понти. И он начинает ненавидеть заборы еще больше. Я не могу сломать забор. Пробовала обратиться к этой, с этой проблемой к психотерапевту? Да, к сожалению, единственный психотерапевт в деревне оказался Амадей. Он немножко усугубил проблему подростка. Да. В общем-то, поэтому... Как забрать ту плюшку? Так. Амадей, попробуй. Нет, Амадей у нас нету здесь, да? Сейчас пока что с нами. Увы. Он решил проверить, как все-таки дела у него дома. А, понятно. Магия телепортации работает, ведь так? Так, я бегу, бегу, бегу. Отлично. Я вон где. Видите, где я? Нет. Вот он я. Я Assassin's Creed. Прыжок веры? Да. Подожди. У меня получилось. Где ты оказался? Мешочек с ягодами. Сейчас я вас к себе притяну. Не надо. Не надо притягивать. А, так вы там уже. Подождите, я хочу понять, как достать те плюшки. Ну, с них нужно было просто сверху прыгнуть, с этой вот штуковины. Тут может Зоя подняться наверх, здесь кольцо есть на самой балке. Вот, и нет, там вот кольцо. Эти. Вот, вот здесь, внутри, за решеткой. За решеткой? Наверху. Это где? Наверху. А я не вижу, что там наверху. Ну, так залезьте, вот тут вот есть... палки. Просто прыжок. Да, вот тут можно как лестница использовать. Просто прыжок. Вот, и как вот, 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 вот. Еще можно вот тут вот. Мне кажется, что это связано как-то вот, вот с этим. С качалкой? Ну давайте. Да. Нужно кто-то, чтобы раскачал, да, посильнее. Но я сейчас поднимусь наверх. Не, а ты не можешь ее... У меня она расстраивается. Не в смысле, что ей печально становится. Нет, а в смысле, я понял, что ее становится 3. А, вот как это делается. А, давайте. Сейчас, секунду. Спрыгивайте вниз. Туда. Что ж такое? Залезайте. Не придави на стенку, пожалуйста. Так, а внизу, внизу же, внизу же там. Да, сейчас, секунду. Подтолкнуть. Так, да, открылось, да. Все-таки, открылось. Открылось? Я попал сюда, да. Все, все там собрали. Да, там вроде бы больше ничего нет. Сейчас я попробую еще вправо-влево побегать. Все, Диан, можешь спускаться. Ага. Круто. В прошлый раз, по-моему, все-таки было восстановление жизни, да? В предыдущем трайне. Да. Если не ошибаюсь. Да, причем в первом была половинка, а во втором полная. Теперь они убрали восстановление. Точки теперь сохранения. Только воскрешаешься и пол ХП получаешь. Ну, не подумали, что это будет слишком легко. Ну да. О, козлики. Ой, козлик, надо его спасти, надо его спасти. Слушайте, а что случилось с той овцой, которую мы спасли? А, дело в том, что сейчас на Понти немножко следы жира, поэтому я предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Маленький такой грешок. Да-да-да, такой косячок, ну, вы понимаете. Ну, бывает, кто-то задохнулся. Так, а почему я... Ты погиб. Ну, нет, это понятно, а почему я наблюдаю за Понти? Ой, за Амадеем, за Амадеем. Потому что Амадей жив. Все норм. А, понятно. Я тут просто великолепно пытаюсь. Амадей, 3D. А меня восстановит кто-нибудь? Да, я пытаюсь. Я был бы крайне признательным, крайне признательным. Разберусь с камерой, я это сделаю. Не могу. Да, может быть, ой, мельница, пошло. Это просто кошмар в 3D. Круто, спасибо. Пожалуйста. Что там с мельницей? Да тут наверху мельница. Наверху-то может быть и мельница, но внизу тут какие-то... Ну, это младшие братья того.
холмы. Они мне чем-то «Властелин колец» напоминают, живые вот эти деревья большие. Козочки, да? Да, козочки. Симулятор козы, да? Совершенно верно. Диан, там все под водой собрала? The Goat Simulator. Все, что я могла найти, я там не увидела. Окей. Так, ты можешь мне помочь с мельницей ее там раскрутить? Так, ну, так там... Там кольцо есть, кольцо же. А вот почему-то я не могу зацепиться за эти маленькие колечки. Да что ж такое, ну куда ты прыгаешь? Да-да-да, 3D-прыжки. Так, мне нужно просто запрыгнуть наверх, да? Нет, мне нужно, чтобы кто-то меня вот раскрутил. Ну, это нужно к продюсерам. Все, спасибо. Нет, у меня просто опять расстраивается мельница, ну вы понимаете. Грустная мельница — это плохо. Да. Так, здесь есть еще одна мельница. Печаль. Печалька и грустняшка. Я опять куда-то упал. А почему я упал? Потому что я даже не видел, что нужно делать. У меня здесь все дергается. Так что, друзья, добро пожаловать на канал к Андрею. Ну, у меня, знаете, тоже не все так гладко. Он просто не признается, да? Нет-нет-нет, здесь все просто, друзья. На самом деле, я вам объясню причину. Дело в том, что мы отключили в настройках сглаживание. Да. Именно поэтому все дергается. Высокий уровень детализации. Да-да-да-да-да. Качество прописовки. Кто-то из нас вообще игру практически отключил. Да. Пришлось. Мне очень долго приходится ждать продолжить с последней контрольной точкой, потому что не хочет оно активироваться. А там вот попробуй все. Вверх-вниз там какую-то сделать. Так, потрясающе. Я просто молодец. Ага. О, боже мой. Эпическое зависание Зои. Не-не-не, Зоя нормально. Зоя пока нормально. Это у тебя на экране, да? У тебя на экране все нормально, у меня на экране все совершенно по-другому. Как с теми чертиками. Да-да-да, совершенно верно. Персональный чертик. У меня тут безумно вращается тоже. Ну не вращается, а перемещается. Она не вращается, она перемещается по кругу. Ну хотя бы мы с Дианой видели это же. Только не надо ходить за плюшками, Андрей. Не надо ходить за плюшками. Надо. Он сделает ровно наоборот. Я предлагаю открыть в умениях у Зои ковбойское умение. И, значит, из веревочки делать арканы. И притягивать плюшки прямо к себе. Надо вот разработчикам написать. Кстати, были материальны. Позови друга, притяни плюшку. Так. Я думаю, Гейб Нью знает о том, как притягивает плюшки. В виде ачивок. Да-да-да. Выйди на балкон, пожалуйста, Андрей. Секунду. А, ну плюшки, да. Видишь, мне в окошко. Извини. Получишь горошко. Да-да-да, там тебе горошко. Ну, вроде все сам. Что было? А. Нет. 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 Здесь одно из достижений. Нужно реально брать плюшку-собиратель. О, Плюшкин! Достижение Плюшкин. Когда ты собрал все плюшки. Черт. Ладно. Подождем вашего воскрешения. Ну, признайся, Андрей, ты по нам скучаешь. Особенно по Амадею в данной ситуации. Эти три веревки в воздухе. Давайте назад. Нужно забрать. Так, а что за чертик там наверху висит? Теперь. А, все, я сам достал. Я буду ломать стол. Я сам достал, все нормально. Ты там ломаешь столб? Столб. Я думаю, Зое стоило бы добавить еще хорошую функцию ходить по всевозможным узким канатам. А то как-то так. Я представляю себе это, Диан. Если, например, добавить это умение, то можно просто поверху пробраться. Круто. Я упал. Всю игру пройти так. Да. Но тогда Зоя будет и более полезным персонажем.
Я так думаю, что Зоя очень полезный персонаж, в первую очередь, потому что она служит усладой для глаз Амадея и Понти. Ну, это уже отдельная история. Так, кто-нибудь... Ну, подождите, а тут... А внутри ничего этого ящика нет? Я Бэтмен. О, я Бэтмен. Я реально Бэтмен. Я Бэтмен. Круто. Понтий. Ну что ты, по-моему, вот эту веточку Бэтмен. Бэтмен. Бэтмен Понтий. Ну да, это я для друзей, Бэтмен. Так, сейчас, секунду, я бегу. А теперь наблюдайте мастерство прыжка, друзья. Прыжок! 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 Меня кубик отталкивает, я не виноват. Но опусти его чуть пониже, пожалуйста. Да. Прыжок! Сейчас уже скажу. Поставь его, да. Это будет правильно. Не-не, сейчас его нужно поднять. И с тобой не могу, извини. Прыжок! Нужно ударить мечом по, по-моему, вот этой ветке. То есть это так сейчас сделано политкорректно. Латы тяжелые. Но я решила не задевать тонкую личность. Да, тонкую личность, я понял тебя. Прыжок! Видишь, даже сложно на ящик подняться. Прыжок! Да это невозможно просто, ну реально, друзья. Я даже забраться по нему не могу наверх. Прыжок! О! Ну и разумеется, я перепрыгнул. Надо просто веточку сломать, вот да, эту. Да это я понял, просто до нее допрыгнуть не получается. Просто попробуй запрыгнуть, может не подвинуть ящик правее там, не знаю. Сейчас, подожди, я сам его подвину. Вот так. Нет, наоборот, в другую сторону. Ближе к экрану. Угу. Вот так, да, вот так. Бац, боже мой, не вас. Что ты делаешь, прекрати. Я все, я это сделал. Ачивка выполнена для уровня. Сломали ветку. Так, ну и что же делать дальше? Не знаю. Я могу. Сейчас. Скинь нам, пожалуйста, сверху вот эти вот замечательные. Это лифт! А, это лифт! Это лифт! О, чудо техники! Ой, а как это у него получается? Да. Вот почему мне не удалось сломать стол. Так, надо поднять лестницу. Ну, может, ты оживишь нашего великого Амадея? Да, да, конечно. А я подбегал туда. Ура! И работает? Ничего не получается. Окей, сейчас спущусь. Вот. А в чем разница? Так. Круто. Я черпрыгаю первый. Я забрался. Я Бэтмен. Кажется, трое не поместятся, конечно, да. Нет. Вы видите, что только один щит, значит, у Понти. Я решил повисеть, я Бэтмен. Я бы зацепился, конечно, кверх ногами, но вы помните же по поводу забора. Диан, ты можешь просто лифт двигать магией? Нет, не могу. Я могу... Ничего не могу. Могу вот. У меня уже этих веревок... Это понятно. У Зои, у нее подпольная кличка Спайдермен. Возможно. Так, то есть можно перепрыгнуть, да? Так, чу, я прыгаю первый. Уж извините, ребят, я все-таки профессионал в этом. Вот. Бабочка, я хочу поймать бабочку. Бабочка. Нет, не получается. Черт. Подожди, Лич, подожди, не ходи вперед. Что ты делаешь со мной? Нет, пусть идет вперед. Лифт я убийца. Поднимусь. Лифт убийца. Я бы сказала лифт тролль. Да-да-да.
Наверх, господи, нам ящик. Надо. Наверх, я поняла, нам нет, надо. Это не лифт меня троллирует, это ящики. Наверх нам надо. Макс? Ну вот, в принципе, так. Я поднялся наверх, только слишком высоко. Так. Ящик. Ай! Тихо. У меня на экране происходит совершенно что-то потрясающее. У меня то же самое, поэтому... Боже мой, это практически неиграбельно. У меня ящик сам поднимается наверх. Так, левитирует. Да-да-да. Это ящик с интеллектом. Ящик, почему ящик? Я подумал, пойду-ка я поплыву. Я тоже разбился. Ты можешь подойти к точке? Да, конечно, без проблем. Боже мой, просто прекрасно. Макс. Кстати, обратите внимание, что... Да, сейчас подойду. Иди кстати, сюда, обратите пожалуйста. Внимание, что... А, ну да, я возродился, конечно. 10 раз. А почему нет? Ну, это ранний доступ. Ранний версия. А здесь нет внизу никакого кольца, потому что вот можешь же притянуть, наверное, этот лифт вниз, не зря же там кольцо наверху есть. Нет, я просто думала, что там наверху есть кольцо, и Зое можно встать на платформу, притянутую за кольцо. Берёшь, что же обвиняется сама? Вот, круто. Я прыгаю. Джеронимо. Недостаточно. Недостаточно. Сейчас, секунду. Вот упор, до упора как смог протянул. Угу. Так. Не надо прыгать! Не надо? Почему? Ну, мог просто проехаться. Так, Диана, теперь твоя очередь. Моя очередь? Я запрыгивай на этот лифт. Запрыгивай на этот лифт. Да, потому что Зоя может просто по кольцу подняться наверх. Вот и все. А, я чё? Так, ну, собственно, мы продолжаем. Тут собрали чуть-чуть плюшечек за кадр. Так, Диан, тебе через мост. Тебе через вот этот качающийся маятник. И по стене. Значит, Понтий решил свои технические проблемы с... как это... Как же называлось это устройство? В Fallout. Не помню. Ну ладно. Я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Что происходит? Я думаю, я поступлю немножко попроще. Ау, вот так. Но я уже спрыгнул. Не надо было. Ну, уже поздно. Так, я тоже спрыгнул, значит, я просто наверх. Ну, у меня случайно получилось. Наверх ты уже не запрыгнешь. Почему? Потому что нет великого мага, который поднимет ящик. Да. А, вон в чем дело. Понятно. Сейчас сделаем. Сейчас все это сделаем. Сейчас, секунду. Супер, я тоже погиб. Остался Понтий. Понтий, давай, прыгай. Так, а я могу вниз, что ли, прыгать, да? Угу. Да, придется. Вот мы возродились. Вот когда возродились, я зачем-то спрыгнул вниз. Так. Я могу вас обрадовать, друзья. В Инстаграме у меня 10. Господи, сколько у меня веревок? 50. Сколько от меня веревок отваливается? Диан, давай ты тогда запрыгивай на сначала. Так, давай. Давай. Я ударилась головой. Так, я здесь. Ты точно там? Я наверху, только у меня все дергается, я сейчас упаду. Удерживай равновесие. Что там с веревками, Андрей? Я думаю, к концу игры у Зои появится отличная юбка. Она уже появилась. Мне кажется, это главный монстр в игре. Сейчас вот я смотрю. А ты говорил, что она радует глаз Понтия. Да, но оказывается, это скрытая такая у нее, как это... Она радовалась в этот глаз. Но видишь, оказалось, что у нее внутри... Я поняла, она подрабатывает на массовках у Вия. Совершенно верно. Ну, кто-то должен слезть. Давай лучше ты, Макс, слезай. Давай. Диан, ты двигайся, чтобы не упасть. Ты наверху? Да, нет. У меня... Нет, лучше давайте тот, у кого меньше всего прыгает в платформу, потому что... Да. Я рад за крайнюю версию, конечно. Я пошел проходить игру. Да, лучше телепортируй нас. Я постараюсь. Попробуй.
Да, там будет проще. Сейчас раскачаю эту платформу. Жаль, что уже нечего найти и порушить. Тут ну только да. железные запоры. Ну, вот можно разрушить вот. Мой ящик. Да, совершенно верно. Еще один. Да, спасибо. Ну я же психотерапевт, ну, да, все да, норм. Да, да, да. Лучше бы Амадей делал заборы. Увы, но это пока еще не в моей юрисдикции. Это будет... Следующий уровень будет это. Кстати говоря, почему я не могу делать тогда доски? Если мы прокачались полностью. Ну это может быть позже будет про прокачку. И ну, тут да. не нужно будет собирать, а нужно будет какие-нибудь тотемы искать. А, ну может быть просто это другая кнопка, учитывая, что ящик это... Понти очень знает. Так. Нет, я персонажа не буду менять. Лучше не подходите ко мне. Вы, по идее, должны сейчас уже появиться, нет? Попробуйте спрыгнуть где-нибудь. Там была дырка в железном заборе, спрыгните и погибнете лучше. Да. Я даже спрыгнуть, чтобы погибнуть, не могу. Это пессимистичный взгляд на все вокруг. У меня, по-моему, два мага здесь стоит. Два мады, вот все. Ну, круто. Очередной текст. Да. В принципе, все понятно, что написано. Значит, написано, что, в общем-то, не ходите дальше. Пойдешь налево, хворь словишь. Пойдешь направо, веревки потеряешь. Бессмертного найдешь. Да. Поэтому нам нужно срочно бежать туда, чтобы потерять веревки. Зоя просто прекрасна. Да, с количеством веревок. Так, я могу подвинуть это. Угу. Макс, подержи вот эту вот штуку, вот которую... Да, без проблем. Просто постой рядом с ней. Я пробежал сквозь нее. Ничего страшного. Конечно, нет. Я опять пробежал сквозь нее. Все дергается. Ящик может кто-нибудь поставить там? Почему-то я передвигаюсь каким-то образом непонятным для меня. То есть такое ощущение, как будто вот там все намазано каким-то растительным маслом. И каждый мой шаг, в общем-то... Количество веревок меня просто радует. И оно увеличивается. Угу. Запрыгнул я, конечно. Ну. Это несерьезно. Почему я не могу ничего двигать? Ты поверишь, я бы помогла тебе, если бы я знала, что делать именно. Потому что что я вижу, навряд ли реалистично. Ну, дорогие друзья, видите, великий Трайн. Причем веревки у меня уже перед глазами мерцают. Да у меня тут о них уже штук 100. У меня же пол экрана в веревках. Так, может быть мне запрыгнуть вот на эту платформу? А нет, я потом никак все равно не перепрыгну. Нет, Диан, ящик выкидывай. Ну его, да. Нет, Диан, возьми сейчас, подними его, я попробую наверх забраться. От него отпрыгнув, чуть-чуть повыше. Так, немножко не хватает мне усилия, сейчас, секунду. Я попробую. Готово. Я попробую сейчас как-нибудь вас перебросить. Ты попробуй двигайся вперед. Просто телепортировать. Диан, а ты не можешь двигать вот эти вот штуки, нижние панели? Который я веревкой дергаю. Нет, не могу. Тогда можешь тоже ящик поднять? Я тут полазить попробую. Так, я пока продвигаюсь вперед. То, что я вижу, оно... Да, да. Почему я у меня такой вот значок странный, как будто бы веревкой что-то нужно сделать? Ты не можешь перепрыгнуть? Все, ты прошел. Молодец, Макс. Нет, ну... А, ну все, круто. Идет челлендж первый, на этом мы с вами прощаемся. Да. Да, напоминаю, что с вами была Диана. Диан, попрощайся. Да, конечно, всем пока-пока. Дракон Серебряной Луны Андрей. Всем пока-пока, увидимся в челленджах. Я думаю, я их отдельно запишу уже. Да, ну и в общем-то, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Обязательно оставляйте комментарии, ваши предположения, что же будет происходить дальше. Вот, ну а мы постараемся, соответственно, вас порадовать еще чем-нибудь в ближайшее время. Добрый Макс тоже так же с вами был. Всем пока, друзья.